Всем привет! У меня пополнение в кукольном ряду. Я давно хотела эту куколку. Это сестричка Baby Bone, точнее, это ее аналог. Рост у куколки 46 сантиметров. У нее есть функции. В принципе, мне эти функции не нужны, но вам я могу показать. Куколка может ходить, у нее сгибаются колени, она пьет воду, может самостоятельно стоять, также она плачет, ну и сидит. Что еще можно сказать? У куклы длинные красивые волосы, в отличие от Baby Bone, которая подражает малышу. Ее можно расчесывать, делать ей различные красивые прически. Давайте сейчас распакуем эту куколку, сравним ее с Baby Bone, посмотрим, чем же она отличается. Да, еще производитель говорит, что можно меняться одеждой. Так что мы сравним, подходит ли одежда на Baby Bone, на ее сестричку. Приступаем. Ну, вроде стоит. Давайте ее разденем, посмотрим, как она выглядит. Колени я уже нащупала, что да, они там действительно сгибаются на каких-то устройствах, на шарнирах, наверное. Да, вот. Точно. Колени на шарнирах. Руки, как у Baby Bone. Аксессуары. Я бы сказала, что куклы практически не отличаются. Да, там 3 сантиметра разницы и незаметно. Вот, немножечко повыше куколка. Самое главное отличие — это волосы. То, что вот у куклы есть волосы, можно делать ей красивые прически. Давайте посмотрим, какие аксессуары идут с куклой. Это горшок. Ботиночки у нас есть. Резиночки, украшения, бутылочка. Есть расческа. Сейчас мы все достанем. Я распаковала все аксессуары. Вот, горшок, расчесочка, бутылочка. Это у куклы на руке был какой-то браслетик. Еще прилагаются вот такие вот варианты. Наверное, это все-таки какие-то цепочки. В комплекте идут ботиночки. И есть еще набор из резиночек и заколочек.
Одежда, которая была на кукле, сшита ужасно. На кофте уже даже дырка вот образовалась. Хотя я, в принципе, сняла всего лишь один раз. Давайте посмотрим, подходит ли на куклу одежда для Baby Bone. Одежду я буду мерить ту, которую я шью сама. Начнем с комплекта белья на Baby Бошку. Трусики, маечка. Ну и так поочередно буду показывать, какая одежда как сидит. Как видите, одежда, которую я шью, подходит и на сестричку Baby Bone, которая чуть-чуть больше, чем сама Baby Бошка. То есть две куколки могут спокойно меняться одеждой. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.